что они тут друг друга перевязывают. Что вы делаете? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в игру, друзья, в которую я бы никогда, наверное, не сыграл, если бы не узнал одну интересную вещь. В ней можно играть рабом. Игра называется Кенши. Смотрите, вот мы можем выбрать предысторию, прежде чем начать игру. И есть странник, и есть никто. Хочешь быть никем? На дне... Пол моей жизни. Рабы, вот она, вот она. Вы всего лишь очередной раб, работающий в карьерах. Чтобы избежать побоев, сразу забирайтесь в клетку. О, это то, что нам нужно. О да, в этой игре есть редактор персонажей. О, блин. А, вот это раб. Мне страшно на него смотреть. Смотрите, что это? Что это? Как так? Это поза в покое. То есть у него может быть вот такой покой. Может быть вот... Покой нам только снится, друзья. Мы замутили кузнечика. Посмотрите на ноги. Посмотрите на жопу. Что это такое? Все, мне кажется, мы нашли... О, у него что-то опять... Ему что, ноги? Ему шнурки завязали друг с другом. Чувак, на тобой угорает, походу. А можно ему одежду убрать? Хозяин, я готов служить. Боже мой, боже мой. Ай, как это стрёмно. Мне нравится. Давайте сделаем красивое лицо. Под эту музыку, блин, его становится жалко. Может быть, все-таки рабом быть не так уж и весело? Нет, все-таки весело. Что-то унюхал на земле. Детектив такой, знаешь, подозревающий. А потом такой, ага! Я знал, что это ты. Окей, теперь волосы. И смотрите на мои волосы сейчас. Я знаю, вы постоянно на них смотрите. Мне кажется, это... Говно. Он должен быть красивым, знаете, привлекательным. У нашего раба будет очень такая хорошая любовная линия. Я чувствую. Вот эта красота, вот она. Кажется, у нас готов. Потрясающе, я чуть не нажал сбросу, чуть не нажал. Имя, давайте посмотрим на него. Смотрите на эту конструкцию. Это просто великолепно. Короче, я зову Ползун. Готово. Есть еще персонажи, чья внешность не была изменена. Сменить персонажа. А, погодите. Погодите, мы должны создать двух красавцев. Не побоюсь этого слова. А-а-а, смотрите, вот. Йоу, хип-хоп дед какой-то получается. Он будет очень клевый персонаж тоже. Вот, мы сделали из него слово волшебника. Вот. Угрожающий просто маг. Магия из него так и прет. Он полон ей. Назовем его маг. Все, можно приступать? Готово. Вот они два стоят. Ползун и маг. Я должен сразу двумя управлять, оказывается. А вот та самая статуя. Посмотрите, какая она огромная. Воу, что происходит здесь? Куда-то рабы собрались. Работаю упорно, дабы обрести свет. А, это, короче, их гонят. Настройка, что ли? А где наша стоит? Эй, нас уже бьют. Куда? Куда ползуна потащил? Нечистый. Ползуна потащили. Сразу избили, куда-то потащили. Оставь в покое его. Куда его несут? О, боже мой. Куда ты его понес? В клетку его заперли. Не двигайся, мне надо тебя перевязать. Тебе же лучше будет. Что-то они тут друг друга перевязывают. Что вы делаете? Судя по всему, ползун сейчас не в позе покоя. Сколько ты меня будешь перевязывать? Мне сейчас кажется, что ты ко мне неровно дышишь. Как управлять этими ребятами? Сломать инструментом, сломать силой. Для этого мне не хватает силы. Что они делают с ним? Они меня обрили. Я освобождаю тебя. Он просто меня обрил. Ему не понравилась моя прическа. Я вообще могу управлять своими чуваками? Ползун побежал куда-то. Тем временем мага пытаются сжечь. Пожалуйста, не сжигайте мага, зачем? Смотрите. Он вообще непоколебимый. Он не может завязать ему шнурки, потому что ноги выше гораздо. Думал сломать меня этим. Не тут-то было. Ты знаешь, кто я? Я хранитель великих тайных знаний. Спасибо за массаж стоп. Хорошо, ползун. Опа, умница, он работает. Слушай, это что, симулятор? Я вообще не должен ничего делать, я просто смотрю за ними. Что ты вообще делаешь? Имитируешь работу. Так, ползун, слушай, ну, конечно, нам надо что-то делать, планировать побег. Окей, маг. Он сбежал! Как ты? Что происходит? Беги, маг! Беги! Спасайся! Это что за тупая игра? О, маг стал работать. Они просто долбят друг друга. Эй, да перестань ты! У меня в порядке все со шнурками. Куда? Куда он его повел? Он его обрил! Мага обрили! Ну ничего, это не лишит меня древних знаний. Ведь борода все еще при мне. Это мое слабое место. Почему меня вытащили из тени работать на солнце? Перемещаемся к ползуну. Ползуну, хорошо работаешь, умница. Смотрите, ваш персонаж автоматически ведет себя покорно хозяину. Если хотите сбежать, отмените задачу «Покорный раб», нажав на крестик. Вот она! Погодите, мы можем начать планировать побег. Я так хотел, конечно же, остаться всю жизнь рабом.
но нас обрили, и я этого не приму. Они обрили мои прекрасные волосы, я затаил злобу, проклятие на их дом. Отпереть кандалы. Отпирай. Он больше не покорный раб, он отпирает свои кандалы. Шанс успеха 24%. Давай, отпирай чертовы кандалы. Он свободен! Маг свободен! Иди к своему другу ползуну. Куда ты побежал прямо к охранникам? А, не заметили. Не плевать. Вот я могу им управлять, вот, все. Убеги, маг! За тобой погоня! Охранник тебя спалил, давай ускоряйся. Нет! Нет, ай, больно! Тайные знания, как же тайные знания? На 35 хп... Все, он забил. Очерненный слуга. Да, я плохой слуга. Беглец, схватить их! Чертовы короткие ножки. Ничего. Я еще могу сбежать! Его что, убили? Нет. Он пригодится вам. Он будет хорошим рабом. Спасите его все впятером. Навались, пацаны. Из тебя нужно вычистить еще много тьмы. А! Все навалились на него. Что за говно происходит? А, блин, нет. Нет. Сейчас они пойдут покажут ползуну его друга, чтобы тот покорно работал. Беги, ползун, это твой шанс, пока они на меня отвлечены. И тут ползун обрел самосознание. Отменить покорного раба. Пока давай, работай, работай. Надо понять, куда мы можем. Вон маг в тюрьме. Пока продолжай работать, все хорошо. Очень хорошо. Ой, как мы работаем. Надо вообще спланировать, как-то, не знаю... Куда бежать-то? О, ну мы могли бы забежать вот на эту горку и побежать вот здесь. По этому акведуку, да? Потом сюда, сюда, сюда. И у нас есть возможность таким образом убежать из этого чертова карьера. Нафиг. Как там маг? Он идет. Его куда-то позвали. Я все еще жив. А, господи, как же сильно меня избивали. Как долго меня избивали, я уже не помню. Кажется, он побежал туда, куда надо. Я больше не покорный раб, бегом отсюда. Я всех обманул. Кажется, магу удастся сбежать. Ползун, я вернусь за тобой. Охранник, он за нами бежит. Он по-любому за нами бежит. Давай, маг, ускорься. Вот, смотрите, мы можем скрытно идти. О, какой скрытный я маг. Никто не видит меня, никто не замечает. Эти глупцы останутся здесь навсегда. А я... Ой, какая попка у нее. А я... Скрытно уйду отсюда. Ползун смотрел с завистью на это. В смысле смотрел с завистью? Ты что, меня можешь видеть? Я же скрытный. Но не для друга. Я еще вернусь. Будьте вы прокляты все. Неужели Макс смог сбежать? Все, нафиг скрытно. Пошел наверх. О нет, ему придется пройти через пост. Пройти через пост, а там охранники стоят. Ну-ка, активируйте режим скрытно. И я уже крадусь незаметно. А, беги, чувак! Его спалили! Он толкнул случайно кого-то! Беги, маг! А, мать вашу! Ненавижу! Просто, смотрите, его запинали! Его закромсали! Нет! Навались, пацаны! Что это за оргия происходит здесь кровавая? Как там у дела у ползуна? О, блин! А что, нас никто кормить-то не будет? Голод уже наполовину! Где маг? Нет, они возвращают меня. Маг опять начал тюрьму. Снова допрос, снова избиение. Отсыпайся, все будет хорошо. Наверное. Его унизили уже столько раз. Ползун, теперь вся на тебя надежда. Что ты будешь делать, ползун? Отпереть кандалы. Испорченный слуга, это меня видят? Это ко мне бегут? Это ко мне бегут. Стой, нет, я не хочу. Нет, нет, простите. Прости, куда его? А, нет. Из тебя нужно вычистить еще много тьмы. Так, боже мой, куда меня понесли? Куда меня повели? Да, иду, хозяин, иду. Куда его заставили идти? А ну-ка скрытно. За что? Он просто решил присесть. Он же покорный раб, галочку не видел. Теперь эти робы в клетках. Ползун? Он невидимый. Он точно здесь, но я его не вижу, почему? Вареные овощи стоят, вы посмотрите. Маг восстановился, ура! Ползун, не бойся, я вытащу нас отсюда. Вскрыть замок, 12% шанс на успех. Я оптимистичен очень. И не переживай, это я сделал тебя невидимым. Ведь я же маг, очень великий, между прочим. Если есть ради чего выбираться из этой клетки, так это ради вареных овощей. Шанс растет с каждой попыткой. Что нас не убивает, делает сильнее, да? Ползун, ты там живой? Ты там вообще есть? Давай ты тоже ломай замок. Он встал, ломай замок. Для этого не хватает силы. Переть кандалы. На этот у тебя силы есть? Ну, ребята, за это дело. Это хорошо. Я за них очень горд. Слом удался. Сбежать. Вон, вышел. Скрыто, давай. Ты помнишь, что тебе нужно? Овощи.
Чтобы красть предметы, зажмите клавишу Alt. Во-первых, ножовку давайте. Отлично. Вы только что кого-то обокрали. Варюга. У него теперь есть ножовка. Мы можем это использовать как оружие? Нет. Давайте попробуем отпереть замок. Я спасу тебя, дружище. Спаси меня, друг, спаси меня. Покорно, раб, отменить. Самое лучшее, друзья, под покровом ночи попытаться сбежать. Главное забраться на гору, а там разберемся. Никого пока нету. Взлом удался. Сбежать. Есть. Вот, мы можем двумя сразу управлять. Отлично. Все, давай, команда А. Скрытно валим отсюда. Иди за мной, я уже здесь ходил, я знаю, куда идти. Ой, а как же остальные друзья-рабы? Вот тут еще есть. Мы будем освободить вот этих двоих. Ну-ка, возвращаемся. Я хоть и темный маг, но очень благородный. Только не отпускай мою руку, сынок. Дай, держу, держу тебя. Сейчас мы освободим наших товарищей. Выбираем только мага, он очень хорошо взламывает замки. Давай. Так, вскрыть замок, да, его тоже надо учить вскрывать замки. Что-то не работает под покровом ночи. Да черт, ну получалось же, что происходит? Освободить? Что ты будешь делать с цепями? Конечно же, отпереть кандалы. У него что, получилось взломать? Опа, и у него получилось взломать. Все, у нас у всех получилось взломать, давайте. Отпереть кандалы. Нам положено оставаться в клетках. Да ты что, охренел? Выходи. Я никуда не пойду. Как ты никуда не пойдешь? Че за раб бегает там сам по себе? Ой-ой-ой. Уже как бы светать начинает. Дружище, пошли-ка отсюда. Они хотят остаться в клетках. Всю ночь провозились с этими идиотами. Держи меня за руку, не отпускай. Да-да-да, я иду, иду с тобой. Ползун, нас с тобой ждет великое приключение. Только держи меня за руку. Кажется, нахрен скрытно. Просто побежали, побежали. Наверх. Не отставай, ползун, не отставай. Я не могу бежать быстрее. Бок болит. Неправильное дыхание, кажется. Сюда, сюда. Давай, беги. Ты идешь там или нет? Да, да, иду, я вот уже здесь. Попробуем забраться вот сюда. Со мной. Чего такой медленный ползун? Может быть, это голод? Не знаю, может быть... Стоп, может, у него кандалы? Так, тормозните оба. Ух, кажется, здесь можно передохнуть. Состояние покоя? Да, состояние покоя. Что мы можем сделать? Вот эти вот ботинки. Все, я снял. Я снял их. Смотри, ползун, я снял свои кандалы, я могу бегать. Сбрасываем. Ура! А погодите, а что если мы их просто возьмем только не на ноги? Может быть, можно будет их потом продать, не знаю. Ах, я полностью свободен. Пошли, ползун. Вот есть какая-то ниша. По-любому отсюда можно будет куда-то удрать. Ползун, иди сюда. Ты чувствуешь это? Ты знаешь, на что мы смотрим? На что? На свободу. Только вот что-то похавать охота. Мы это сделали! Мы сбежали с вами из этого рабского места. Но почти. Вы просто к краю подошли. И мы теперь не рабы. Слушайте, это очень забавная игра. Я даже не думаю, что меня так это будет забавлять. Возможно, нам стоило подольше остаться рабами, чтобы побольше вещей всяких полезных натырить. Например, оружие, еды. Но мы всегда можем вернуться, правда? Если вам понравилась эта игра и это видео, и вы хотите увидеть этого больше, то поставьте лайк, пишите об этом комментарий, и тогда, может быть, я продолжу снимать эту игру. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Вступайте в все мои соцсети, они будут в описании под видео. Также ссылки на плейлисты с играми, которые я когда-либо проходил, также будут в описании. Зайдите, зацените, вам понравится точно. А если вы здесь впервые, то подпишитесь на канал и обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления. Но я прощаюсь с вами и всем. Свободолюбивая 5. Вы готовы? И 5!